Знали ли вы об этом в Red Dead Redemption 2? Вот эта бочка с керосином, а миф гласит следующее: топливо в цистерне никогда не закончится. Давайте это проверять. В данной локации можно зацепить лошадок вместе с цистерной, но придется слегка повозиться, если у вас нет трейнера. Как заполучили цель, намечаем маршрут нашего пути. Начну я здесь и сделаю как бы круг, думаю, этого будет достаточно. Стреляем и поехали. В итоге, сделав почти немалый круг по карте, топливо не перестало литься. В этом моменте я уже хотел завершить, но кто я такой, чтобы не доводить дело до конца. Влетаем с невидимостью на базу, берем заново цистерну и ставим маршрут прямиком до Стробери. Доехав до Стробери, топливо литься не перестало, но все равно еще рано. Я прождал еще до рассвета, стоя на месте, и оно закончилось. А теперь интереснее, взорвется ли цистерна. Отцепляем, топливо почему-то опять полилось, но закончилось. Красиво. Получаем при этом вот такую длинную горящую полосу.